Новый год. Я хочу, чтобы для нас он стал точкой разворота к лучшему. Я летчик-испытатель, авиадизайнер, авиаконструктор, изобретатель, инноватор. Меня знают многие как рекордсмена и покорителя Арктики на транспорте будущего беголёта. Я всем сердцем люблю небо. Для меня это и космос, и полеты, и символ духовности. Я стремлюсь, чтобы на Земле наконец произошел долгожданный технологический и духовно-нравственный прорыв вперед. Сегодня наше общество находится в переломной точке. Если мы хотим выжить и оставить нашим потомкам высоко развитую цивилизацию, нам нужно в корне менять систему общества. Я желаю, чтобы в новом году такие возможности появились у каждого человека, у каждой семьи, у всего нашего народа, чтобы наша страна процветала и вдохновляла весь мир своим благополучием. С Новым годом и Рождеством!